Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, за время моего отсутствия двухнедельного, за что прошу прощения, конечно же, без информации вас не оставили. Друзья, каждый день брифинги были, поэтому я надеюсь, то, что вы держали руку на пульсе и прекрасно понимаете, что за эти две недели случилось. А случилось на самом деле многое. В целом, если охарактеризовать последние два отрезка по 5 полноценных торговых сессий, можно сказать, что две недели назад мы наблюдали за неожиданным ослаблением курса американского доллара, и прошлой неделе это уже обратная динамика и активные покупки доллара вдоль всего широкого рынка. Сейчас индекс американской валюты котируется на отметке 96.02. И я хочу обратить ваше внимание, друзья, то, что настроения трейдеров очень сильно изменились после выхода данных по Non-Farm Payrolls и отчета по индексу потребительских цен. То есть, если две недели назад доллар снижался, это можно было бы объяснить тем, что представители американского регулятора, а может быть и трейдеры с реальной силой в виде капиталов, сомневались в том, что ФРС будет агрессивен в плане повышения процентной ставки. Сейчас же после и на фоне такой мощной фундаментальной поддержки сомнений, друзья, нет в том, что ФРС будет активно двигаться по пути именно сокращение экономических стимулов и, собственно, повышение процентной ставки. Ну, думаю, вы все знаете новости молнии пятничной о том, что американский регулятор сегодня должен собраться за закрытыми дверьми и провести внеочередное заседание. Я даже не припомню, был ли прецедент такого формата раньше. Мне кажется, это впервые с новейшей историей. Соответственно, заседание американского регулятора – это явное отражение того, что рост инфляции вышел из-под контроля. И сейчас нужны какие-то превентивные меры, которые будут направлены на то, чтобы остановить дальнейшее восстановление потребительских цен. По поводу статистики, это данные прошлой недели, индекс потребительских цен вырос до нового 40-летнего максимума 7,5% и восстановился с 7%. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продовольственные товары, цены на энергоносители, тоже сильно скакнула и достигла 6%, друзья, с 5,5%. То есть нельзя точно сказать, что основной фактор роста индекса потребительских цен – это только лишь вот эти космические цены на нефть. Да, они вносят свой вклад в рост инфляции, но это далеко не определяющая и не ключевая сила. А значит, у американской экономики сейчас очень много проблем, связанных с тем, что если рост инфляции продолжится, то тогда мы снова вынуждены будем заговорить о грядущей стагнации, которая вполне может перерасти в рецессию. Поэтому ФРС очень сильно испугался. Он не ожидал, что такие цифры будут обозначены так рано. Потому что, напомню, буквально месяц назад, если делать отсылку сейчас на отдельный комментарий представителя американского регулятора, но максимум, что мы могли бы увидеть, это 7,2, может быть, 7,3% это по основному индексу потребительских цен. Базовая инфляция должна была быть еще ниже. Но по факту есть то, что есть. Я рекомендую следить за позицией главы американского отделения ФРС, ФРБ Сент-Льюиса Булларда, который, на мой взгляд, является одним из самых авторитетнейших членов американского регулятора и, скажем так, голосующей элиты. В этом году он обладает правом голоса. Так вот, после данных по инфляции он фактически дал громкое интервью о том, что считает, что ставку нужно не просто повышать, это нужно делать максимально агрессивно уже сейчас, потому что если промедлить на текущем этапе, потом будет, собственно, поздно. Его точка зрения необходимости повышения ставки на 1% пункт. И, соответственно, если наложить, опять же, ожидания Булларда на дорожную карту реальных действий американского регулятора, то, друзья, сегодня, если ФРС, опять же, соберется, если ничего не изменится в планах, если все будет, как мы услышали в пятницу, сегодня нас ожидает очень
жаркое начало недели. Очень высокая волатильность, к которой я рекомендую готовиться, контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов, потому что в конечном счете ответственность, друзья, за сделки лежит исключительно на вас. Но я предупреждаю, что когда на рынках происходит такое мощное, важное и неожиданное фундаментальное событие, конечно же, никто не знает, как в конечном счете все это повлияет на рынок. Я надеюсь, что риторика американского регулятора, которая должна быть крайне жесткой в ответ на рост инфляции, реализуется и выльется фактически решение по росту процентной ставки, возможно, даже на 50 базисных пунктов с точки зрения повышения уже сегодня. Поэтому по индексу доллара инструмент низковолатильный, это традиционная сделка на долгосрок. Я рекомендую все-таки смотреть дальше вверх. Цели 98 и выше. Но это, друзья, совсем долгосрочная сделка. Не нужно ориентироваться только лишь на доллар, чтобы принимать решение о том, как торговать отдельными рисковыми инструментами. Потому что по той же самой европейской валюте у меня есть также своя точка зрения. Я считаю, что евро еще не достиг своих локальных максимумов, которых мог бы достичь. Сейчас котировки по паре евро-доллар 1.1350. И поддержка на евро будет оказана в связи с тем, что инфляция, которая растет повсеместно в мире, также является головной болью и для европейского регулятора. И если вы верите Европейскому центральному банку о том, что ничего не изменится в плане стимулов в этом году, вы должны изменить свою точку зрения. Яркий пример — ФРС, который долгое время нам говорил, что не видит в росте инфляции проблемы, поэтому не будет ничего делать. И вот, пожалуйста, за буквально каких-то 2 месяца позиция американского регулятора очень сильно изменилась. То же самое может произойти и с позиции Европейского центрального банка. Напомню, что неделю назад состоялось заседание Европейского центрального банка, ставки оставили прежними, но очень важный нюанс, надеюсь, что те из вас, кто внимательно изучает фундаментальный фон, этот нюанс не упустили. Европейский центральный банк из своих формулировок опустил такую фразу, как повышение процентной ставки маловероятно. Это значит то, что ЕЦБ теперь будет более внимательно следить за инфляцией, необходимости также готов будет вмешаться. То есть фактически ЕЦБ своей пресс-конференцией и заседанием открыл двери для повышения процентной ставки. И доказательством того, что настроения стали меняться в пользу того, что многие теперь ждут действий по ужесточению политики европейского регулятора, является рост доходности американских, точнее европейских облигаций. И еще, наверное, самое важное, то, что трейдеры сейчас уже закладывают 90% вероятность того, что ЕЦБ поднимет процентную ставку в июне как минимум на 0,1%. Нужно уважать мнение трейдеров в данном случае, которое очень тесно коррелирует с позицией Европейского центрального банка, и в связи с этим не нужно еще списывать со счетов европейскую валюту. По мнению ряда инвестбанков, 1.14, 1.15 – это уровни, которые могут быть достигнуты в самое ближайшее время. Что касается индекса доллара американской валюты, то здесь нужно строить, как я уже отметил, свою сделку на основании ожиданий того, сколько раз ФРС поднимет ставку. Bank of America считает, что это произойдет 7 раз, друзья, в этом году. Поэтому, откуда бы вы сейчас не рассмотрели возможность покупки индекса доллара, это, скорее всего, будет очень хорошей перспективной сделкой. Также я рекомендую смотреть на пару. Доллар-иена 115.42 в моменте. Мы видим сейчас цель 118. Здесь очевидный контраст монетарных политик, потому что Банк Японии, как вы помните, по-прежнему далек от решения, которое предполагает отказ от экономических стимулов. И пару слов, друзья, про золото. 1853 доллара за тройскую унцию. Мы видим, что на основании пятничного роста, который стал в буквальном смысле взрывным, сейчас трейдеры снова смотрят на золото как на страховку от инфляции, потому что золото игнорирует прочий новостной фон. Ведь если бы это было не так, то пятничного роста доходности американских облигаций, когда десятилетки коснулись максимума с августа 2019 года, двухлетние облигации, которые наиболее чувствительны к ожиданиям по росту процентной ставки, также улетели до уровня, который соответствует максимальным отметкам 2019 года. При такой доходности у золота вообще не было бы шансов. И если бы золото считалось с американским рынком долго, то уже котировалось
хотелось бы гораздо ниже планки $1800 за тройскую унцию. Но этого в моменте не происходит. Поэтому копятся силы для реализации дальнейшей длинной позиции по доллару. Это произойдет на дистанции, которая будет размазана на последующие несколько месяцев, и мы сможем заработать. Но пока что, друзья, давайте реагировать на то, что есть в моменте. И в моменте у нас индекс рыночных настроений Каймана, о котором я вам всегда рассказывал, буквально вопит снова о том, что золото нужно покупать, потому что большинство уже засело в короткие позиции. Цель по золоту 1870-1880, и я уверен, что эти цели будут добиты в самое ближайшее время. Ну а сейчас ждем заседания американского регулятора, завтра поговорим, какие решения фактически будут приняты. Настраиваю вас снова на рост волатильности, контролируйте риски, друзья, это очень важно. По остальным активам будем вникать в суть их движений по ходу этой недели. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всем хорошей торговой сессии.